А в Германии после теракта на рождественском рынке Берлина высылают из страны всех подозреваемых в терроризме. Таким образом, немцы пытаются предотвратить последующие атаки. Подробнее Татьяна Лагунова. Германия подозревает и высылает. Немцы начали депортировать людей, которые считают причастными к террористической деятельности. Причем впервые решили выслать из страны двух человек, которые родились на территории Германии. Речь идет о двух молодых людях, которых задержали в феврале в ходе масштабной антитеррористической операции в городе Геттинген. Уроженцы Германии с нигерийскими и алжирскими корнями хранили оружие, амуницию и флаги ИГИЛ. Силовики предположили, они могли готовить теракт и предложили Министерству внутренних дел Нижней Саксонии рассмотреть возможность депортации. Ведомство и суд дали добро на высылку, несмотря на то, что задержанные только планировали атаку и родились в Германии, хотя и не получили немецкие паспорта. Власти Нижней Саксонии уже ведут переговоры о депортации с Нигерией и Алжиром. Выслать подозреваемых планируют до середины апреля. Упрощена и процедура высылки из страны беженцев, которые угрожают национальной безопасности. После теракта на рождественском рынке Берлина власти Германии решили создать специальный центр. Там до момента высылки будут содержать потенциально опасных иностранцев, которым предписано покинуть страну. Плюс обяжут их носить электронные браслеты. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».